Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ посетили представители публичного акционерного общества «Газпромнефть». Целью визита стало участие в третьем круглом столе, повестка дня которого включила в себя развитие несейсмических методов, над которыми данная компания уже ведет большую работу и привлекает новых партнеров. Состоявшаяся встреча стала консорциумом сразу для трех высших учебных заведений. «Газпромнефть МТЦ» привлекает три университета – Санкт-Петербургский, МГУ и КФУ – для решения вопросов по несейсмическим методам. То есть они считают, что несейсмические методы являются очень актуальными на сегодняшний день, дешевыми, эффективными методами по сравнению с сейсморазведкой.